Из 180 тысяч исполнительных производств, которые находятся на рассмотрении в службе судебных приставов, первостепенные – это социально значимые выплаты по алиментным платежам и долгам по заработной плате. Алиментов больше 6 тысяч. Производства эти длящиеся и трудоемкие. Чтобы получить средства в счет погашения, сотрудники службы прибегают к карательным мерам. Так, с начала года составлено 255 протоколов по нарушению части 1 статьи 235. 213 человек получили в суде наказание в виде обязательных работ. 31 человек – административный арест. Есть и уголовное наказание за невыплату алиментов. 175 человек в этом году уже отправились за решетку. Я думаю, что это количество из года в год как увеличилось, так и будет увеличиваться, поскольку наши граждане не понимают, что если они не исполняют решение суда, это административная ответственность, далее неисполнение решения суда ведет к уголовной ответственности. Это они должны знать.